Сегодня, друзья, у меня прикол произошел. Вот увидите, вот такая ситуация. Осенний лес. Красота полная, все. Ну и я забрался в одно отдаленное, как мне казалось, место, чтобы там видео поснимать, подкасты позаписывать. Разложил свое оборудование, то есть взял ручной штатив или монопод, как он называется, я не знаю. Прикрепил туда свой рекордер, нацепил ветрозащиту. Но еще конструкция получилась еще та. И, собственно говоря, начал записывать сам подкаст. Иду и записываю, разговариваю. А эту саму, получается, палку держу перед собой. Где-то сантиметрах в 40 от меня она находилась. Иду, записываю. И вижу боковым зрением, метрах в 5 от меня, из кустов вылазит какая-то женщина. Не скажу, что бабушка, но такая возрастная. Ну, видно, грибы где-то собирала, там лазила. А я записываю, мне останавливаться тоже как-то, ну, не особо сподручно отвлекаться. Можно, конечно, было потом в редакторе все вырезать, но я не любитель. Когда мысль уже идет, я всегда говорю без подготовки. Не хотелось как-то обрываться. И вот я иду, держу всю эту технику перед собой. Камера, рекордер, в руке все это висит, в каком-то кустарнике. Я представил, что она подумала. Идет какой-то взрослый мужик, не пойми где. Не пойми, что держит в руках. Что-то говорит, сам с собой разговаривает. В общем, картинка получается еще та. Мне даже самому как-то стало, ну, немножко неловко. Хотя за время блогерства уже привык к данному явлению. Когда, например, в парке или в городе что-нибудь снимаешь. Ну, и люди иногда смотрят, там подходят, кто-нибудь что-нибудь спросит. Вот. Ну, а сегодня вот в лесу такой случай произошел. Наверное, расскажет кому-нибудь своим, что видела какого-то странного типа, который шел в лесу и что-то записывал. А это мы видим с вами, друзья, золотарник. Видите, какой желтенький. Какая-то там муха даже летает рядом с ним. Прикольно. Вот такие дела.